А теперь давайте поговорим об экологии. Поговорите более есть о чем. Ситуацию с загрязнением окружающей среды больше невозможно спускать на тормозах и перекладывать это на плечи будущих поколений. Поэтому мы, собственно, и пришли к пониманию необходимости принятия конкретных мер по исправлению ситуации в России. На государственном уровне такой процесс уже запущен. Год экологии стал своеобразным драйвером этого процесса. Нами реализован целый комплекс мероприятий, направленных на привлечение внимания общества к природоохранной тематике, потому что без привлечения внимания общества, особенно к так называемой мусорной проблеме, вообще ничего нельзя сделать.